Всем-всем большой привет! Сегодня мы заглянули с ребенком в три магазина. Это Фикс Прайс, Магнит Косметик и Улыбка Радуги. Везде купили по чуть-чуть, будет декоративная косметика. И давайте я начну с Фикс Прайса. Может быть, любители Фикс Прайса ждут только его, и потом мы сможем уже продолжить косметикой. Фикс Прайс я шла специально вот за этими новинками. По крайней мере, для меня это новинки. Это полотенце махровые, 50 на 90 сантиметров, 99 рублей. Большой объем, по-моему, 100% хлопок в составе. Да, нет, 80% хлопок и 20% полиэстер. Большой размер, 50 на 90. И вот я взяла такие две расцветочки. Мне они нужны для кухни. Хорошие полотенца. Также постоянно, если я бываю в Фикс Прайсе, я беру именно эти ватные диски. Они 55 рублей, но их 150 штук в пачке. Хороший объем. И мне они нравятся. Также взяла влажные антибактериальные салфетки Котте. Тут 80 штук, и они хороши тем, что без разводов можно протирать в разные углы мебель. И я люблю полы плинтуса вот ими проходить, в труднодоступных местах добираться именно с помощью этих салфеток. Из питания были паста Collection, макаронные изделия и вот эти йогуртовые вафельки без ГМО. Они 25 рублей, как вот эти вафли ветские, так и паста Collection стоили по 25 рублей. Остальные цены я назвала, только салфетки не назвала. Кажется, 50 рублей они стоили. И за 77 рублей уже у меня ребенок взял себе. Это вот такая наклейка, которую можно переносить на одежду. Они 1, 2, 3, 4 в 5 видах. Кто знает хорошо моего ребенка, то догадался, что у меня сын взял котика. Он очень любит котиков. Чем хороши эти наклейки и чем интересны? Тем, что они меняют цвет. Сейчас я вот сзади приложу пальчик. И от тепла тела, видите, они становятся прям такой бирюзовый, что ли, цвет. Ну, видно. Если подольше подержать, то будет цвет вообще прям такой очень красивый. Как на картинке, видите, прям бирюзовый. Сейчас я попробую. Вот, видите, меняется. Вот такой вот милый котик. Ну, нам для домашней одежды тоже на белую футболочку так перенесем. И будет менять цвет и радовать ребенка. Все, любителям Фикс Прайса все. Дальше мы были в Магнит Косметик. Те, кто любит декоративную косметику, не расходитесь. Я хочу показать очень интересные и выгодные предложения. Почему зашли? Во-первых, шла так и так посмотреть, что там есть интересного. И плюс прямо у входа нас встретила девушка и дала бумажку, что, так, что здесь скидка 25% на декоративку. Что мы взяли там? Ходила я, ходила, смотрела, смотрела. И в итоге меня привлек стенд, где зафиксированная цена со скидкой. Все по 99 рублей. Там лежали по 99 рублей блески от Vivienne Sabo. И тени от Нинель, однушки и двушки. Двойные тени мне не очень нравятся, но я увидела вот такую однушку, которая меня заинтересовала. Сразу почему я обратила внимание, расскажу. Когда-то я за полную цену покупала из этой же серии вот эти два оттенка. И сегодня зеленого я не увидела в этой скидке. А вот эти два были. Но я сейчас взяла вам свой родной. Просто хочу показать свотчи, чтобы вы
поняли, насколько выгодно за 99 рублей брать эти тени. И пока я топталась у блесков, чтобы определиться, какой мне нужен, 110 или 111 номер, ко мне подошла продавец и сказала, что два по цене одного идут эти блески, и они оба стоят 99 рублей вместе. Но тут я уже перестала выбирать, и мой выбор пал на оба. Но то, что они идут два по 99, нигде об этом не написано было. Они просто лежали вместе, и цена стояла 99 рублей. Ну, теперь давайте сводчи. От Нинель оттенок 704. Мне так кажется. Давайте посмотрим. Эти тени мне очень нравятся. Они сатиновые. Красиво. Вообще выглядят красиво. Цветоотдача у них просто отличная. Мне кажется, они немножко хамелеонят. Куда-то в зелень уходят, в серость и в голубизну. И синева в них есть. То есть цвет вообще просто... Мне кажется, такие не должны становиться грязью на глазах. Они такой сочный, красивый цвет. И покажу те, которые я уже имею в своей коллекции, но которые видела тоже на стенде. Для тех, кто вдруг еще успеет туда сходить. Сегодня 8 сентября. И до 9 вечера они все равно еще работают. Вдруг кто-то живет рядом. Ну и покажу для полного наслаждения и удовольствия, какие вообще эти оттенки. Подходила я к стенду, где эти тени находятся. Они стоили 195 рублей. Вот такая цветоотдача. Представляете, как хорошо они на руку перенеслись. И они остались еще вот так вот на пальцах. Это отличные тени. Были бы еще какие-то цвета в продаже, я бы взяла. Но за 195 рублей там выбор еще есть. То есть вот эти все есть. А вот эти два оттенка, синий и сиреневый, были сегодня по скидке. Дальше. Так, сейчас, секунду. Не взяла салфетку, пальцы вытереть. Ну и давайте посмотрим, что же за оттенки я взяла. Это от Vivienne Sabo блески. Сейчас покажу 111. Единственное, я их до вас не открывала. И сейчас мы это будем делать вместе. Надеюсь, у меня получится открыть быстро. Хотела так раз, быстро. Тут-то было. Нет, не открыла я ничего. Расковыряла, как смогла. Ну, давайте смотреть. Ой, какой красивый. Ну, я думаю, стоило так долго его открывать. Красивый оттенок. 111. Вот такой спонж. Спонж, кстати, очень гибкий, мягкий, прям такой. И вот такой оттенок. Розовый, красивый. Приятно-приятно пахнет. Понравился. Ну, единственное, вот это вот, конечно, прилипучка. У кого будет терпение 110-й подождать? Тут еще и вот такая приклеена осталась. Ну, сейчас попробую побыстрее потратить время на второй оттенок. Да, тут у меня лучше получилось. Все. Не догадалась заранее я все это дело открыть. Тоже красивый такой оттенок. Вот такой. Оба красивые, нежные. Один порозовее, второй такой.
такой посочнее розовый оттенок. Довольно. Еще и с приятным они ароматом. Вот такие два оттенка. Ну и дальше я пошла в улыбку радуги. Хотела я поглядеть тени от Flor Mar. Недавно я смотрела, вчера, кажется, на канале у Юли, ей прислали посылку, и там были 3 палетки теней от Flor Mar. И она сказала, что в улыбке радуги они есть. Я сегодня специально туда шла, чтобы поглядеть. И действительно, застала я 2 палетки. На обе стояла уценка, всего по 99 рублей. И около 300 рублей их настоящая цена была перечеркнута. Такой, знаете, красный ценник. Ну, в общем, я взяла в оттенке P041. А вторая палетка была из серых, темные со светлым. Но мне серые тени не идут, поэтому я свой выбор остановила вот на этой. Мне понравились оттенки, и у меня таких оттенков нет. То есть вообще для меня какие-то они редкие такие. Вот этот оранжевый, оригинальный очень. Вот так они переносятся, передаются на палец. И давайте посмотрим, как они переносятся. Я постаралась набрать на пальце побольше. Может, где-то перестаралась, конечно. Но хотелось цветопередачу полностью перенести. Они не сатиновые. Я бы их назвала... Ну, у них есть как бы не сатин, а блестки. Хотя, может быть, чуть-чуть сатина. Они больше похожи на матовые тени с блестками. Вот как-то вот так. Вот такие вот. Цветопередача хорошая. Вот такого у меня никогда не было, и желтого никогда не было. Мне хотелось в коллекции, по крайней мере, такие иметь. Очень тяжелая такая палетка. От Flor Mar у меня вообще нету ничего. По граммам тут 14 грамм. Ну, так и прям чувствуются увесистые. Все, вот это все, что я взяла во всех магазинах. Я осталась, конечно, довольна своими покупками. Особенно вот декоративкой. 100 лет не покупала себе декоративку. И на самом деле очень хотелось уже что-то купить. Чем-то себя порадовать. Хотя много всего есть. Но вот купила то, что мне хотелось. Простите, пожалуйста, что слишком долго открывала блески. Но я постараюсь вырезать тот кусочек. Спасибо огромное за внимание, за просмотр. Всем до новых встреч и всем пока!